Здравствуйте, мои дорогие телезрители, и с вами Регина из Италии, и сегодня я в бутике Coach в Аутлете. Перед тем, как я начну обзор, я хочу предупредить, что съемку делала я не сегодня, а делала 2 недели назад. 2 недели назад акция была другая, а сейчас другая, поэтому мне пришлось заглянуть в каталог на сегодняшний день, какие цены. Цены поменялись. И немножко акция другая. Поэтому я хочу предупредить, что покупая 2 сумки, вам делают 100 евро скидку. Если вы покупаете 1 сумку, делают только 25 евро скидку. Но эта акция распространяется только на вот эти вот модели. Те модели, которые я буду показывать вам с красной карточкой, это уже скидочные единичные сумки, поэтому на них эта акция не распространяется. В любом случае, хочу сказать, что это аутлет, и здесь уже указаны цены аутлетовские, и еще плюс, если покупаете 2 сумки, минус 100 евро скидку. 1 сумку, повторяю, минус 25 евро скидка. Обратите внимание, какая сумка, вот такой вот размер, белый цвет, красный цвет. Вот такой вот темно-шоколадный с принтом, светло-коричневый тоже принт. Ручки меняются, видите, здесь красного, здесь черного цвета. Ну и классический черный и серый цвет. Под лампочкой смотрится, конечно, по-другому, приходится немножко вытаскивать. Это уже идет другая модель. Здесь замочек сверху, а здесь идет открытая сумка. Это вот такой вот шопер большой. Так, эта сумка стоит 199 евро. Кстати, первая сумочка стоила 199 евро. Вот такие 2 молнии сверху. Ручка-удлинитель. Тоже с принтом и черненькая. Размер, знаете, не маленькая, не большая. Очень вместительная, и цена на нее 229 евро. Еще раз повторяю для тех, кто не знает, что если вы видите вот такие вот сумки, вот с таким принтом, что Coach, что Michael Kors и другие бренды, это не кожа. Вот такие однотонные, это кожаные, а с принтом не кожа, но очень хорошего качества. Это тоже сумка стоит 229 евро. Это уже цены аутлетовские. Покупаете 2 сумки, скидка 100 евро. Так, вот эта вот сумка стоит 229 евро. Это темно-синий цвет.
Это темно-шоколадный цвет с принтами черный. Точно такая же модель, чуть-чуть побольше. Цена 259 евро. Идет белая цветом, принт светлый, темный шоколад, бежевый. Меняется цвет ручек. Дальше идет вот такая сумка, ведерко. Цена 259 евро. Вот такие вот красотки. €319 стоит вот эта модель. Следующая идет вот такая модель, тоже удобная. Цена 269 евро. Ну, это модель предыдущей модели. Другие цвета. €319 стоят эти сумочки. Очень интересная модель и очень мягкая кожа. Размер достаточно большой. Цена 269 евро. 595 евро он стоил. Что я вам и говорила, вот эти сумки уже скидочные цены здесь, но некоторые меняются, потому что прошло достаточно времени, и сейчас, как я вам вначале сказала, вот это стоит 159 евро сумочка. Сейчас она стоит 159 евро. Если будут какие-то изменения при покупке, я всегда вам скажу. Не могу сказать, сколько стоит эта сумка сейчас, потому что в каталоге ее не было. Патросовая стоит 109 евро. Но это натуральная кожа. Также, кстати, я хочу сказать, что эта акция, которая сейчас есть, она будет примерно до вторника или до среды. Потом уже все меняется, и будут уже либо другая акция, либо что, я не знаю, предварительно не говорят. В тот день, когда я делала эту съемку, эта сумочка была, а сейчас в каталоге ее нет, поэтому имейте в виду, если что, если вас она заинтересует, я спрошу, есть ли она в наличии и с какую цену. Что, возможно, их нет в наличии, поэтому нет в каталоге. Так, это натуральная кожа, и стоит она 219 евро.
Так, это стоит сумки 159 евро. €129 стоит этот рюкзак. Я уже показывала эту сумку в черном цвете. Также есть и коричневого цвета, имейте в виду. Это тоже красивая модель, но в каталоге я ее не нашла, поэтому не знаю, есть ли она в наличии или нет. И в какую цену тоже, к сожалению, не могу сказать. Эта сумка стоит 169 евро. Тоже очень, на мой взгляд, очень удобная сумка. Она также есть и в других расцветках. И цена в данный момент на нее 199 евро. Если на тот момент, когда вы захотите ее покупать, будут изменения, я всегда вам скажу. Если будет какая-то другая акция или не будет акции, такое тоже может быть, что цены могут возрасти, отпуститься. Это уже не от меня зависит. Если вот, например, в этот день вы нашли эту цену, вам понравилось, купили, ну, на следующий, через неделю или через 3 дня цена может быть совсем другой, поэтому... Да, 199, а стоила она 595 евро, потом 369 евро и 199. Это очень хорошая цена. Натуральная кожа, удобная, комфортная. Дальше идет вот такая вот модель, тоже интересная. Цена на нее 119 евро на данный момент. Акция, если покупаете две, 100 евро скидка, на эти сумки не действует, только на те, которые я показала в начале. А там, где вот такие вот красные карточки, нет. Очень красивая сумка, и стоимость этой сумки 199 евро. Очень комфортная, два отделения. Видите, минус 64%, это вообще супер. Следующая модель стоит 149 евро. Этот рюкзачок, он остался один. Есть еще розовый вот такой вот, однотонный. А этот вот такой с принтом стоит 159 евро. Изначально оригинал, он стоил значительно больше, как вы видите. Вот эта вот яркая сумка, я не могу вам сказать сейчас, какую цену, так как в каталоге я не нашла. Но вот эта вот с принтом стоит 129 евро в данный момент. Это натуральная кожа, очень интересная, удобная сумка. Да, это старые коллекции, но цен не менее, это бренд Coach. Эта цена была 2 недели назад. Сейчас я не знаю, в какую цену эти сумки. Но вот это стоит 129 евро. Ручка-удлинитель внутри. Вообще, по идее, они должны стоить одинаково, потому что я так полагаю, что модель одинаковая.
Дорогие мои телезрители, на этом я хочу с вами попрощаться. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы не подписаны. Еще раз напоминаю, все, что вы видите на моем канале, вы можете приобрести через меня. Многие люди покупают у меня, откладывают у меня дома, накапливают посылочку до 3, до 5, до 10 килограмм. Ну, это на ваше усмотрение. А потом я отправляю в вашу страну. Все очень быстро и легко. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. И до скорой встречи. Пока-пока.